Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу вам напомнить, что в одной из предыдущих передач мы познакомились с тремя суперкороткими рассказами Татьяны Янковской. Сама Татьяна называет их рассказами-недоростками или литературными зарисовками. Вообще-то, это непростое и тонкое искусство. В суперкороткой литературной форме предложить читателю предметы реальной жизни, успев при этом создать достаточно проработанный образ героя или героев. Во вступлении к той передаче я говорил, что Татьяна окончила химический факультет Ленинградского университета, по специальности работала определенное время, несколько лет, в крупном научно-исследовательском институте в Ленинграде, в 1981 году эмигрировала в Соединенные Штаты, работала здесь в университетах и частных компаниях, литературной деятельностью начала заниматься в 1990 году. Она автор двух книг художественной прозы и большого количества публикаций в периодической печати, живет в Нью-Йорке. Но тогда я не смог из-за недостатка экранного времени сказать о том, что в 90-е годы Татьяна организовывала в Олбани, столице штата Нью-Йорк, выступления целого ряда российских писателей, поэтов, актеров, бардов. Ну, назову только некоторых из них. Это Игорь Губерман. Вот на этом снимке она со знаменитым автором знаменитых «Гарриков». Вениамин Смехов, который, как известно, не только популярный актер, но и писатель, мемуарист. Бард Вероника Долина. Ну, не путать с Ларисой Долиной. Вероника менее титулованная, но вполне такая значимая фигура на бардовской эстраде. Автор многочисленных увлекательных романов Людмила Улицкая на вашем экране. Ну и Дина Рубина, автор талантливой художественной прозы. Она, кстати, не однажды была гостьей нашей студии. В 2003 году Татьяна Янковская подготовила и опубликовала сборник стихотворений барда Кати Яровой. Она работала над собранием ее песен на трех дисках после ее кончины в 1992 году, ей было всего 35 лет, участвовала в подготовке и проведении радио- и телепередач об Кате. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию рассказ Янковской «Треугольник со стихами», который представляет собой сокращенную версию ее же повести «Несостоявшийся роман». Рассказу предшествует короткое авторское вступление. Вот что в нем сказано. В центре этого повествования стихи, написанные в 60-е годы двумя людьми, которые были тогда совсем юными. Стихи эти несовершенны. Но и теперь, по прошествии многих лет, мне кажется, что они представляют интерес. Они интересны своей достоверностью, показывая, как, в общем-то, обычные молодые люди тех лет воспринимали мир, как стихи могли стать частью отношений, как нередко именно то, что не сбылось, навсегда меняет наш внутренний мир. Автор не считал возможным причесать стихи задним числом. Они прозвучат точно такими же, какими они были написаны. Конец цитирования вот этого авторского вступления. Добавлю, герои повествования скрываются за местоимениями «он» и «она». Имен нет. Итак, Татьяна Янковская, «Треугольник со стихами». Рассказ. Познакомились они на картошке.
Так для многих в те годы начиналась студенческая жизнь. Студентов Ленинградского университета, химиков и геологов прислали на месяц совхоз, расположенный недалеко от финской границы. Она помнит озеро, уже мягкую от дождей, хотя еще успевающую просыхать в теплые дни дорогу под звездным сентябрьским небом, бесконечные картофельные поля, куда их возили по утрам на грузовике. По дороге туда и обратно горланили песни всех известных тогда бардов. Песни блатные, студенческие, одесские. Пели известную песню «Битлз», неуклюже переведенную на русский язык. Она помнит, как он фальшиво пел очень смешную песню про мстительную Маруську, зубного врача. И, конечно, помнит стихи. Трудно сказать, каким образом в их отношения вошли стихи. Может быть, все началось с песен, а может быть, с одного из тех дождливых дней, когда их не возили на работу, и они проводили день в бараке. Большой барак, в котором жили студенты, был поделен продольной перегородкой на две части. На одной половине жили химики, на другой – геологи. Среди химиков преобладали девочки, на стороне геологов девочек не было, но зато там были и старшекурсники. А когда шел дождь, деваться было некуда, народ лежал в повалку на нарах, развлекаясь кто как мог, играли в карты, в шашки, рассказывали анекдоты, читали. Первокурсники знакомились, вспоминали вступительные экзамены, прислушивались к разговорам второкурсников, которые обсуждали профессоров и университетские порядки, щеголяя студенческим жаргоном, и сплетничали о тех, кого в колхозе не было. Высокая, красивая второкурсница, громко смеясь, читала про себя Бабеля. Время от времени она читала вслух куски своим соседкам, изображая в лицах Беню Крика и других персонажей. Она была начитанная и ехидная. Одного нахального первокурсника прозвала почему-то Фердыщенко. Это, в скобках замечу, герой сатирической книги Салтыкова-Щедрина. Помните, конечно, «История одного города». Мимоходом пущенные словечки и фразы тут же брались на вооружение и входили в обиход. Он был одним из немногих ребят-второкурсников, попавших в совхоз. В отличие от большинства своих однокурсников, вернее, однокурсниц, он относился к первокурсникам вполне доброжелательно. Его место на нарах было почти точно против нее, и было удобно переговариваться, сидя по-турецки на матрасах. Как-то он предложил что-то вроде соревнования – за полчаса сочинить стихотворение. Предложение относилось в основном к ней. Было ясно, что их соседей по нарам очень мало интересуют стихи. Через полчаса они обменялись тетрадными листами. Было приятно и немного смущало, что его стихотворение было явно обращено к ней, но разочаровал слишком приземленный тон. А вот это хорошо. «Я представлю себе, как мы бродим с тобой по сырому сплетению улиц». Действительно хорошо. Но она была недовольна и чрезмерно незаземленным книжным романтизмом собственного стихотворения. К тому же она боялась, что он примет на свой счет «ты» последней строчки. Там синие цветут цветы, и в целом мире я и ты. Они обменялись своими старыми стихами. Она подивилась сходству их восприятия. Она: «Дождь бормочет осенние глупости, капли начали в лужах галдеж». Он: «Почему я люблю эту пору? Бисер капель в ворсинках пальто и лимонные листьев узоры на проспектах больших городов». Тоже совсем неплохо, так и видишь, осень. Когда не было дождя,
Студентов с утра отвозили в поле, химиков и геологов отдельно. Работали парами, вдвоем волоча по борозде ящик, в который кидали выбранную из земли картошку. Однажды она работала без пары. Маленькая и хрупкая, она в одиночестве собирала картофель, сказал он, как будто цитируя фразу из плохого романа. Студенты перебрасывались цитатами, как мячиками. Это помогало сближению понимающих и позволяло просеивать сквозь сито непонимания остальных. Она легко ловила его мячи. Их духовные поля явно перекрывались. Они почти никогда не работали вместе, но часто на соседних бороздах, так что было удобно переговариваться. Он был острый на язык, с хорошим чувством юмора. Она еще никогда не встречала человека, который читал почти все те же книги, что и она. Как-то он даже вспомнил сказку о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий. Их ровесники этих стихов не знали. В 50-е годы детям читали более дидактичные и совсем не смешные «Кем быть?» и «Что такое хорошо?» и «Что такое плохо?» в скобках. Авторство всех этих произведений принадлежит, как вы знаете, Маяковскому. Ей эту сказку читал по памяти отец, как и многое другое, что было популярно в годы его детства. Ей было приятно думать, что, наверное, и он услышал это от кого-то из своих родителей, и что, возможно, его детство было чем-то похоже на ее. Через день после возвращения в город студенты должны были явиться с утра в деканат, узнать расписание. Договорились после этого не расходиться, а пойти всем вместе в кафе «Мороженое». Она очень ждала этого дня, ждала встречи с ним. Теперь все пойдет по-другому. Их будет разделять уже не всего лишь проход между нарами, а метро, электричка и целый год учебы. Но ведь что-то будет, иначе зачем он писал про сырое сплетение улиц? Она явственно ощущала, что их соединяет какая-то невидимая нить. В назначенный день в вестибюле химфака собрались вчерашние колхозники. Стоял хохот, бойцы вспоминали минувшие дни, группа росла, подошедших встречали радостным криком. Решено было пойти в лягушатник на Невском. Он так и не пришел. Наступил первый день занятий. В перерыве между лекциями холл между большой химической и большой физической аудиториями так забит, что невозможно повернуться. Она присматривается к незнакомым лицам вокруг. А вот и он. Поймав ее взгляд, он протиснулся к ней сквозь толпу. Она обрадовалась встрече, но он почему-то держался отчужденно. Натянутость росла, она ничего не понимала. А потом он, наконец, спросил: «Ты что, не получила письмо?» «Какое письмо?» «Подожди». Через несколько минут он вернулся. Было смешно смотреть, как он небольшого роста, хотя и крепкого сложения, тащит за собой огромного Фердыщенко, и как тот, глупо ухмыляясь под его сердитым взглядом, смущенно достает из кармана сильно помятый конверт и протягивает его ей. Конверт заклеен, но совершенно очевидно, что его вскрывали. Фердыщенко исчезает, а он говорит, что просил Фердыщенко передать ей письмо в тот день, когда они ходили в лягушатник. В письме были стихи на двух страницах. Окончалось оно так, цитирую: «На факультет я не явился потому, что должен был встречать родителей в аэропорту. Если хочешь, увидимся 27-го около 11 утра где-нибудь в районе деканата. Я приду по небольшому делу». Конец цитаты. 27-го! А сегодня 1 октября. Чертов Фердыщенко! Шли дни. Они иногда встречались, но их отношения никак не развивались.
как будто это злополучное письмо нарушило естественный ход событий, и все повисло в воздухе. Спрашивать о чем-то ей и в голову не приходило. Казалось очевидным, что нужно обо всем догадываться самой. Таковы были правила игры. Иногда, видя ее сидящей на скамейке где-нибудь в коридоре с конспектом в руках, он подсаживался к ней поболтать. На правах старшего давал ей полезные советы, кому лучше идти отвечать на экзамене, делился стратегией сдачи зачетов и коллоквиумов. Он часто бывал в театре и в кино и говорил с ней о том, что видел. Он гораздо реже, чем большинство ее знакомых, ругал фильмы и новые театральные постановки, не цедил с видом знатока снисходительно «так, ничего особенного», не бросал презрительно «мура», а многое, напротив, хвалил. Даже чешский фильм «Старики на уборке хмеля», в котором она обратила внимание в основном на то, что хмель убирать приятнее, чем картошку, он нашел интересным. Он всегда мог четко объяснить, почему ему что-то нравилось. Благодаря ему она поняла, что людям многое в искусстве не нравится не от искушенности и знания, а от непонимания и неспособности к самостоятельным суждениям. Именно изощренный ум и душевная тонкость позволяют увидеть и оценить то, что неискушенным недоступно. От него она впервые услышала, что в искусстве важно не что, а как. И хотя поняла потом, что важно и то, и другое, без этого маленького открытия ее мир был бы иным. Поздней осенью на факультете был вечер. Народу было мало, они сидели рядом. Потом он пригласил ее танцевать. Играли «Дом восходящего солнца», его близость и прекрасная, пронзительно напряженная мелодия вызывали в ней никогда раньше не испытанные ощущения. «Уходит день, и солнце луч горит в глазах твоих», — так перевел эту песню ее однокурсник. Тогда она еще не знала английского и не понимала, что на самом деле эта песня – исповедь человека, сожалеющего о жизни, растраченной в публичных домах. Нет, она его совсем не понимала. Он продолжал заходить к ней, был внимателен, смотрел со значением, в то же время – она часто видела его в обществе то полной рыжеволосой девушки с милым лицом, то маленькой черноволосой дурнушки. Казалось, что и с той, и с другой его связывают больше, чем дружеские отношения. В его присутствии она то продолжала ощущать невидимую нить, соединяющую их, то чувствовала отчуждение. С наступлением марта стало теплее, и она ходила гулять на набережную, шла мимо невозмутимых сфинксов, спускалась по ступенькам к Неве. Кроме нее там не было никого, только два молчаливых крылатых грифона. Однажды после занятий она сидела в Лондоне, так неофициально называлась столовая недалеко от химфака, и в ожидании официантки смотрела из окна второго этажа на мощеный перекресток, где неуклюже разворачивались трамваи. И все ощущения последних дней вдруг внезапно обрели форму. «Тебе-то что? Глядишь игриво, и не поймешь ты, хоть реви, как страшно в обществе двух грифов, одной на берегу Невы. Прошу тебя, не лги, не надо, мне жаль их, легковерных дур. Пусть верят кораблям Синдбада и птицы сказочной Симург». Как-то в апреле он зашел к ней в лабораторию аналитической химии, где первокурсники в прожженных сатиновых халатах
корпели над качественными задачами. За окнами неистово светило солнце, и у всех было хорошее настроение. Он что-то рассказывал, шутил, а потом предложил: «Хочешь, покажу тебе самую красивую реакцию в качественном анализе?» Он взял пробирку, смешал какие-то реактивы, стоявшие на лабораторном столе, и поднял пробирку вверх. «Вы когда-нибудь видели, как кристаллы йодистого свинца сверкают и переливаются золотом и перламутром в лучах апрельского солнца?» В июле она уехала в университетский спортивный лагерь на Черном море и там познакомилась с математиком, студентом матмеха, на курс старше нее. Почему лагерь считался спортивным, непонятно. Может быть, потому что студенты жили в палатках, без всяких удобств, то есть по-спортивному. Когда народ разобрался, что к чему и кто с кем, последнее часто менялось, жизнь потекла веселее. Днем экскурсии, по вечерам пение на поляне у воображаемого костра или танцы на площади перед кафетерием. «О море, о, в Гаграх, о пальмы в Гаграх, кто побывал, тот не забудет никогда», — струился из репродуктора бархатный голос. «Нежные прикосновения южной ночи, россыпь звезд над головой, громовой хор лягушек». День студенты обычно проводили на пляже, наслаждались морем и солнцем, играли в карты, пили пиво. По вечерам собирались большими группами в палатках или исчезали парами в темноте вокруг лагеря. Пили божественное псоу, которое уже тогда было редкостью, лидию и черные глаза, но чаще обжигающую чачу, которую покупали в соседней деревне. Молодые люди водили девушек в хорошие рестораны, где заказывали самые дешевые блюда. Было весело лететь по шоссе на попутной машине, теснясь вчетвером на заднем сидении, а ночью в темноте возвращаться пешком по пустынной дороге и, положив друг другу руки на плечи, петь, неловко вскидывая в канкане ногу: «Красотки, красотки, красотки, кабаре!» Математик приехал в лагерь позже других, сдав экзамены задолго до начала сессии. Он сначала отдыхал в Адлере, пока другие предавались зубрежке. Он сразу стал ненавязчиво, но настойчиво проявлять к ней внимание и всегда предлагал что-то интересное, не входившее в стандартный лагерный джентльменский набор. Сначала она не обращала на него внимания, но потом стала соглашаться то пойти в кафе, где варили самый лучший в городе турецкий кофе, то купаться в море ночью, когда на пляже не было ни души, то покататься по морю на лодке. С моря город был виден как на ладони, утопающий в зелени, обрамленный горами, звенящий гортанными голосами чаек. В первый день после возвращения в Ленинград математик пришел к ней домой и принес билеты в кино. Она познакомила его с мамой и бабушкой. Говорить было не о чем, и он скоро ушел, условившись встретиться вечером перед кинотеатром. Когда подошло время собираться, она решила, что не пойдет. Мама возмутилась: «Раз взяла билет, значит, надо идти, а иначе нужно было сразу отказаться». Пришлось пойти, чтобы не быть свиньей в глазах родных. Прощаясь с ним после киносеанса, она сказала, что больше встречаться не хочет. В конце августа она столкнулась с математиком в библиотеке, и он помог ей донести до дома сумку с книгами. Он был более разговорчив, чем обычно, и предложил на завтра встретиться. Но она опять отказалась. В конце сентября, в один из необычно теплых дней бабьего лета, она надела свой любимый летний костюм
и отправилась в ателье. Настроение было отличное. Прохожие оглядывались на нее, а трое молодых людей, глазевших на нее еще в троллейбусе, даже вышли за ней на остановке и некоторое время шли за следом. Закройщица явно любовалась ею. Она посмотрела на себя в зеркало и пожалела, что никто из знакомых ее сейчас не видит. Она вышла на Невский. Смеркалось. Надо кому-нибудь позвонить, а то так и пройдет день совершенно впустую. Она попробовала позвонить кому-то из подруг, но никого не было дома. Тогда она вспомнила, что где-то здесь, неподалеку, живет математик. Он подошел к телефону и тотчас предложил проводить ее домой. Она жила на Васильевском, и они пошли пешком, выбирая тихие нелюдные улицы. В этот вечер математик много рассказывал о себе. Оказалось, что у них много общего. Его родители были родом из того же города, что и семья ее отца. В нем чувствовалась талантливость, незаурядность. Расставаясь, они договорились увидеться снова и очень скоро. Вот на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу, а завершим чтение рассказа в ближайшем выпуске нашей литературной программы. Пока же я прощаюсь с вами и желаю вам всего самого доброго.